Всем приветики. А рассказываю, что тут происходит сейчас. Я буду записывать сейчас что-то наподобие блога, подготовки и самого дня рождения. Я это снимала в 21 году, в 22 году, и сейчас буду снимать в 23. Пофигу, что я не выложила ни 21, ни 22. Надеюсь, все выложу. Я, скорее всего, еще и хочу себе расписание придумать, поэтому, грубо говоря, 21 год выйдет в понедельник, 22 год выйдет в среду, и в пятницу выйдет у меня влог вот 23-го года. Дай боже, я его смонтирую. Мне бы еще тебя смонтировать. Ну ладно, хотя нет, 21-й год я уже смонтировала. 22-й год почти смонтировала, осталось там еще больше смонтировать. Ну, короче, давайте начнем. Итак, сегодня... Так, товарищ, сфокусируйся, пожалуйста. Чтоб ты всрався. Да почти... А если я уменьшу яркость? Ну, у меня просто тут еще заставка такая. Да не надо. Короче, вот видите, 17-е. А, кстати, я же могу по-другому сделать. О! 17 апреля, 18, 11, 18. Я, по-моему, с этого дня и начинала свои влоги, поэтому вот как бы. Сейчас я, понятно, у меня только приветствие, потому что уже вечер. И завтра, послезавтра уже буду потихоньку показывать, что я купила, как мы будем украшать квартиру, какие подарочки я кому купила. Кстати, в принципе, я уже могу один показать. Потому что человек, ну, даже когда это выложу, человек уже будет знать про этот подарок. Вот. Это нарисовано, ну, вообще, это нарисовано было на оргстекле. Но, вообще-то, у бабушки, вот, например, я рисовала на стекле. То есть я рисовала, вот вытаскивала стекло, рисовала, и вот получилось. Да, он калечный, потому что он еще тут пленка защитная. Вот, поэтому вот я могу приблизить, но вам вряд ли что-то будет. То есть он, конечно, грязненький, но ничего. Вот это я подарю папе. Так как я дракон, вот, поэтому да. Хочу похвастаться, пока что я подготовила уже ко дню рождения. Это, ну вот, если заметить, то тут у меня есть какие-то вот цветные непонятные прятки, вот. Но этого мне казалось мало. Ку-тю. То есть вот видите мой цвет волос и вот какой я покрасилась. Это рябина. Нет, это не рябина, это вишня, блин. Поэтому вот это такой мой эксперимент в канун дня рождения. По-моему, вышло прикольно. Сори, что будут вот такие переходы, но вот что есть, то есть. Короче, да. Я уже подготовила подарок папе. Готовится в подарок бабушке. Она хоть там не услышит. То услышит, не будет очень прикольно. И маме. Так что да. Но маме его купить надо просто. То есть у меня уже есть идея. Так что, мам, если ты смотришь, я надеюсь, он тебе понравился. Я надеюсь, и бабушке понравится подарок. Поэтому все это я покажу. Но попытаюсь это сделать в тайне. Потому что, ну, у меня все дома, у меня и мама, бабушка дома, поэтому. Вот. Так что да. Сори за, если вам кажется, что тени уже скатались, уже где-то сложились. Потому что уже вечер, день был насыщенный, поэтому да. Вот. А завтра еще и насыщеннее будет, потому что завтра у меня школа, как я уже сказала. Так что да. Так, что еще? А, ну. Завтра уже потихоньку буду показывать, что мы готовим, что, как мы будем квартиру украшать, как мы будем шарики дуть. И мне бы заняться уже своим подарком, то есть, ну, самой себе. Но, блин, я чувствую, я в этом году сильно обломаюсь. Я не знаю, то есть, получится, не получится у меня. Подарок я хочу себе заказать, там, что-то типа суши, которые я там собираю целый год, откладываю, поэтому да. Вот. Да, надеюсь, вам понравится мой влог с дня рождения, с подготовки к моему 23-летию и самого 23-летия. Вот я не знаю, как я его еще буду праздновать, ну, потому что день тоже обещает быть насыщенным. Так что да. Буду все рассказывать потихоньку. Да, это будет сумбурно, но а почему бы и нет? Так что я надеюсь, вам понравится. Так что до встречи 18 числа.
хотя я решила не вываливать, буду вот так вот вытаскивать и показывать. Так, первое это у меня лента, которой, ну, тут много всего крепится, но я шары буду крепить. Дальше то, что я купила вчера. Это вот цифра 3. Шарик с губка Бобом. Дальше. Вот циферка 2. Причем за эти цифры голосовали в телеграм-канале, поэтому если хотите принимать участие, то подписывайтесь, добавляйтесь в телеграм. Потом два таких вот сета, как я называю, шариков, Силипо купила. Вчера тоже. Дальше. Тоже вчера. Нет, по-моему. Да, это не вчера. Вот. Вот такая свечка мне вчера пришла тоже. Ну, это вот такая вот свечка. У меня теперь две, оказывается. Так что я не разные. Вот такая свечка. Я ее когда увидела, сразу поняла, что я хочу. Поэтому вот. Дальше. Тоже вот такая. Такой рулон. Дальше. Приготовила себе вот такой бокал. То есть он, ну, пластиковый, но тоже хочется. Дальше. Еще один рулон. Дальше. Тут идет. Ё-моё. А, свечка. Такая вот. Дальше. Еще одна свечка. Но это с цифра 2. Купила ее по акции. Так. Сейчас я соберу тут набор. Вот. 23. И также вот это на другой торт у меня тоже свечка. Сейчас я найду ее пару. Нашла. Бля? Вот. Тоже 23. Причем в цветах нашего флага. Молодец. Уронить еще обязательно. Так, вот тут тоже куча свечек. То есть тут самые разные. Есть вот это. Фейерверки тут всякие. Ну, короче, свечки. Куча шаров. Сейчас я шары вытащу. А, ну вот шары, но я их использовать не буду, потому что они маленькие. Так. Дальше есть и такие у меня штуки, тоже они вообще вот клеются как раз тоже на этот, на шарики и приклеиваются, но они хреново держат. Вот. Это у меня от прошлых шариков, прошлогодних осталось ленточки. Буду их подвязывать, еще красиво связала. Дальше тоже это старая уже такая фразочка. Ну, это на торт вставляется, happy birthday. Дальше тоже фольгированный шарик, который хз откуда я вставлю. Соседи, заткнитесь, задолбали уже. Продолжаем. Дальше идет такая фразочка. А, кстати, блин, я только сейчас поняла, что нет, не получится мне в 23 исполнять. Все, убираем ее. Дальше тоже тут фольгированный шарик. Это этот, по-моему, в виде бутылки и... Да. Еще какой-то может быть, но не факт. Дальше тоже шарики. Вот. И вот. Дальше идет вот такой шарик. Хрен его знает с чем. Это бокал. Это такая вот... Ну, это вешать happy birthday. То есть вот так вот оно должно выглядеть. Но посмотрю, как у меня это будет выглядеть. Вот. Остатки шариков. У меня много шариков. Вот. Вот такая у нас надувная корона, которая, я знаю, на чью голову налезет. И так как я не смогла найти в этом году корону с 23-летием, я буду использовать вот эту, которую я тоже когда-то заказывала, но так и не воспользовалась ею. То есть просто happy birthday. Все. Там. Но сейчас вам скажу, что я буду еще заказывать, не заказывать, завтра куплю шарики. Там, наверное, 1-2 сета еще. Так что вот. Но обязательно пока что. Вот мое все добро. Так, все, я сформулировала свою мысль. Вот эти шарики, вот эти, вот эту свечку, вот эти две свечки и вот эту поющую розу, как я говорю, я покупала на проме. Так что вот. Это вся информация, так что... Дальше, скорее всего, сейчас буду разделять шарики по комнатам и потом делить. Итак, 19 апреля, завтра день рождения, я наконец-то разобралась с шарами. Вот эти я уже додула. И осталось их только развесить. А так я уже почти все повесила. Даже фразу худо-бедно, happy birthday. Но это я потом отдельно покажу. Вот. То есть заказывала я вот такую вот губку Боба, вот такого губку. Вот. 23. Но я, правда, думала, не будут больше.
Это была. И это, по-моему, был. Я сначала думала, что это бутылка. Меня не смущала фраза. Вот, а теперь я поняла, что это бокал. Так что вот. Сейчас буду все это развешивать.